Ну что, друзья, приветствую, мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2. И честно вам сказать, мы с вами прошли очень много уже до 10 главы, там я так посмотрел, по новой информации посмотрел. Все-таки, как я в прошлой серии сказал, там не 12 глав, там их 15 вроде, как я знаю, или 16 даже. Вот. Поэтому осталось с вами совсем чуть-чуть, мы с вами больше половины уже прошли, и... Интересно, чем же закончится эта игра? Поэтому, Саш, подумай, найдем тебя, как взять, там, предупредить, кушать, пять, 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 или пять, пять, просмотра. И в прошлой серии посмотрели, там, блять, ебать громко. Поставь ссылочку в описании, находится на плейлисте, по-моему, прожили на игры. Подсказочки, чек ниже спускаешься в описание, ибо... Справа вверху, кстати, знак есть, да, нажимаешь на него, там будут подсказочки, прошлая серия прокреплена и плейлист, по-моему, прожили данной игры. Ну и другие видосики тоже, кстати, по другим играм, кстати, интересные тоже. Вот, поэтому при этом просмотр вам еще раз, да, пожелаю. А мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2. О, привет! Так, остановимся мы с тобой вот здесь, вот, собственно, да, на Ишимуру мы с тобой пришли снова. Очень похожая локация, как с первой части, только, видишь, здесь какие-то темы, вон, видишь, почему-то какие-то темы, вон, какая-то фольга, не знаю, что-то, короче, прикреплено, и мы вернулись, по факту, оттуда, откуда начали, это, как бы, стрёмно, на самом деле. Так, нам с тобой куда? Нам с тобой туда вообще по-хорошему, но я бы вот сюда пошел, видишь, тут открыто, ну ладно, погнали туда. Хорошо, погнали, по заданию пройдем. Так, подожди, что у нас? Ёпты. Три большие аптеки, две маленькие. У нас с тобой еще стази, две батарейки стазиса и все. И патрончики. Бля, вот мне нихуя не видно на самом деле. А, ну все как повторяется, да? Все повторяется, правильно понимаю? Жизнеобеспечение на резервном питании. Ну все да. Системные системы отключены. Главная центрифуга отключена для ремонта. Чат отсюда выскочит, смотри. Черт, так я и думал. Что? Гравитационная центрифуга на ремонте. Придется спуститься в машинное отделение. Будет интересно. Это безопасно? Понятия не имею. Узнаю, скажу. Давай все посмотрим. Опа. Здесь сообщение. Не знаю, кому нужен целый рулон туалетной бумаги, чтобы вытереть свою задницу, но если я его поймаю, то преподам такой урок. Что срать надолго расхочется. Уже пятую неделю подряд, как эта сволота забивает сливу туалета бумага. Люди во всех, вы совсем охренели, мы же в космосе. А знаете, чтобы прочистить канализацию, кое-кому приходится напяливать скафандр, выходить в вакуум и вычищать говно из труб. Подвязывайте уже. Понял. Интересная запись. Интересная, очень интересная запись, скажу. Ну ладно. Что, ебанутый, блядь? Блядь, нихуя не видно, на самом деле. Серьезно говорю, вообще ничего не видно. Вообще ничего мне не видно. Ну ладно. Голан, это Хедрик. Ты в самом деле ничего не слышал, когда чистил эти туалеты? Клянусь, каждую смену я слышу, будто за стеной кто-то скребется. Стоит мне замереть, прекращается и шум. Но как только я опять начинаю двигаться, через некоторое время это царапание появляется снова. А сегодня оно повсюду ползало за мной прямо под моими ногами, будто преследовало. Это уже слишком для меня, чувак. Этот корабль проклят. Это очень, очень плохой знак. Я подаю прошение о переводе и тебе советую. Понял. Интересно. Давай, выскакивай уже, ебаный рубля. Это что сейчас было, блядь, такое? По идее, когда я вот сюда подошел, она должна была уже закрыться. Странная хуйня, ну ладно. Это вот самое ужасное, знаете, ребят. Когда дверь должна была закрыться, уже должна была закрыться. Ты можешь дальше
притворяться, что тебе все равно. Но это место выворачивает твою душу наизнанку. Этот пластик и скотч прячут кровь и трупы от посторонних глаз. Но ты-то помнишь все, что случилось. И от этих воспоминаний не спрятаться. Да, от этих воспоминаний не спрячешься, к сожалению, блядь. Это все сейчас было. Я слышу, как отсюда кто-то, блядь, отсюда кто-то сейчас вот сюда, блядь, переместился. Ну все, сейчас ББ, бля, будет, ребят. Самое густое, вот когда ты вот тут сейчас, она должна уйдет, я сейчас наступлю, она должна закрыться. Вот эта дверь, смотри. Смотришь? Смотри. Оп, закрылась, видишь? А та, блядь, я прошел почти до конца, она была открыта. Это вот самое стрёмное, ребят. Когда ты поворачиваешься, дверь открыта, она потом закрывается, блядь. Это такой, а, да? Давайте, блядь, чё, блядь. Я уверен, что здесь кто-то сейчас будет. Нет, ну ладно, похуй. Все, я погнал. Ох уж этот лифт, который я помню, да, в первой части, когда мы туда-сюда ездили, это вообще забей. Не могли нигде особо пройти. А, здесь навряд ли кто-то будет. Здесь первый верстак стоит. Хотя могут, могут. Может быть такое. Потому что в первой части, я помню, возле верстака были эти твари. Но возле сохранялки навряд ли они будут. Они либо перед. Хотя нет, возле сохранялки тоже, блядь. Знаешь, что я, блядь, тут говорю. Как бы они тоже тут могут быть. Так, давай, нам с тобой как бы прокачаться надо. Надо. Так, что мы с тобой будем прокачивать в этот раз? Давай-ка мы X докачаем, да? Бля, вот у нас 3 с тобой, ёбаный в рот. Мы с тобой можем X прокачать. По-хорошему. А, можем вот это прокачать с тобой. По-хорошему. Как раз в перезарядку, блядь. У нас и так быстро нам... Либо в урон. А, пистолет лазерный можем прокачать. Бля, ну есть ли смысл тут оружие качать? Оно так, видишь, какой-то прокачкой здесь жесткой. То есть, видишь, какая-то конка есть, она так с прокачкой жесткой, то есть в любом случае. Я бы стазис. Вот стазис бы я, да, вот я бы его, конечно, прокачал. Ну, либо в здоровье, понимаешь? Ну давай, ладно, стазис прокачаем. Время, да? Время есть. Время. Давай во время начнем, что бы нет. А здесь мы с тобой прокачаем с тобой вот так вот. И все, блядь. Один стол оставляем на всякий случай на комнату. Мы с тобой помним, да? Поэтому, как бы да. Как бы нам это очень надо. Уют. К тебе стадис у нас должен быть по времени получше, знаешь, дольше должен. Ёпт. Я прям слышу, как кто-то ходит, блядь, прям. Ту. Ну, сейчас давай выскакивай, блядь. На стрёмные звуки, блядь. Ну, конечно, естественно, блядь. Естественно, я даже не сомневаюсь, понимаешь, в этом. Ну, пауза, здесь это мне нужно очень. Там какая-то хуйня орёт, блядь, нам сюда с тобой. Блядь, почему? Ну, вот это, кстати, вот это мрачно, ребят. Вот без скрим, если без скримеров, реально, вот если вот скримеров нет в игре, но она хоррор, да, вот такие вот темы, как вот там криповенькие, это прям вообще забей, блядь. Это вот самое страшное, что может быть, наверное. Когда у тебя две, когда дверь, тебя поворачиваешься, вот так поворачиваешься, а вот там, блядь, дверь открыта, нахуй сама закрывается, блядь, да? Ну, то есть вот такая вот хуйня происходит, ну, блядь. И никаких фильмов, вот это самое, ребят, ужасная атмосфера сюда, это самое жесткое, блядь. Блядь. Ча пизда будет. Твои цены прямым полетом, давно уже назад, вы получили разрешение на посадку, у вас все получилось, слухи подтвердились. Поэтому у нас для вас груз, он великолепен. Хвала Альтману. Но я помню это место, ребят. Я помню это место. Помните? Мы здесь с вами тоже проходили, вот здесь что-то активировали в первой части. Блять.
Господи, что же там внизу творится? 7 часов играем уже в игру, ёпта. Это не так прям долго. Есть игры по 50 часов, в которые ты играешь. Ну погнали, чё. Давай, блядь, сейчас поедет, блядь, я тебе говорю. Бля, и куда нам идти с тобой? А, сюда? Ну я хочу туда сходить еще. Там явно лут есть, бля, мне похуй, я хочу сюда сходить. Тут явно сейчас какая-то... Ну да, блядь, это... В принципе, было логично. Ну вот все, может, поняк как-нибудь выскочить. С этих решеток. Что это за хуйня, блядь? Так, здесь лифт у нас с тобой. Ой, бой, смотри. Это что такое, типа, блядь? Это лазер так подсвечивает, подожди. Реально стрель подсвечивает, смотри, зеленым становится, нихуя себе. Это лазер подсвечивает. Жестко, жестко. Голан, это Хедрик. Ты выходил вчера на смену? А кто-нибудь выходил? Ну, по-моему, тут внизу, кроме меня, вообще никого нет. Вчера вечером, когда отключился свет, я куда-то забрел и свалился с рампы. Я так думаю. Либо что-то меня столкнуло. Мой левый бок превратился в сплошной синяк, а лодыжка распухла. Парни, вас тут точно нет? Я слышу какой-то шум у моего шкафчика. Да катись все к черту, я поднимаюсь наверх. Ноги моей тут больше не будет. Ну, самое такое себе, как по мне, тут есть. Это арены, блядь. Вот это самое такое себе, реально. Ну, типа, зачем? Да. Вот еще бы он был темный вообще, знаешь, это, ну, забей еще, блядь. Да. Охуенно, блядь. Нам прямо туда до конца идти. Заебись. Вот здесь сейчас явно сейчас какая-то хуйня будет. Я тебе говорю, вон, да, смотри, видишь дыры. Сейчас оттуда полезут всякие твари. Я тебе, смотри, вангую просто, блядь. Ну, это просто логично для этой игры. Смотри. Смотришь? Подожди, ничего нету. Смотришь? И закрыто, ладно. Допустим, блядь. Подожди, я по луту ничего не пропустил. А, оттуда же может выскочиться. Мы же до конца дойдем, может отсюда сзади пойдет какая-то хуйня. Очень странно, что здесь никого нету, знаешь, блядь. Очень странно, что никого нету, блядь. А, ебать, да тут смотри, что, блядь, творится. Да тут ебаный в рот того, блядь. Ну, значит, вот здесь сейчас эта хуйня будет. Эти, бля, вот смотри, эти серьезно говорю, сейчас вот здесь будет вообще жестко. Ой, да, потому что здесь, видишь, все он ободрано, блядь. Не все равно, конечно, хуйня будет. Бля, нам прям прикинь, прям до конца идти. Я ебу, блядь. Ебу и плачу, блядь, просто. Ну давайте уже, выскакивайте, ебаный рот. Ну да, 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 блядь. Вот эту хуйню позанимайся, конечно, игра, блядь. Давай, выскакивай же. Ну, я не сомневался, блядь. Ой. Да отъебись от меня. Бля, может, нам не нужно с ним сражаться, типа, блядь. Да куда нам еще бежать? Ой, блядь, там смотри-ка еще хуйня. Бля, пиздец, их тут два. Их тут два. Пизда, блядь. Не, это пиздец, ребят. Не, это полный пизда, ребят. Бля, это пиздец полный, нахуй, я вам серьезно говорю. Это пизда. Не, похуй, пусть ебашит. Это забей, это типа арена, нахуй, реально. Только, блядь, с чего их ебашить, я вот не знаю.
Молодцы разработчики, реально, вот это классно вы сделали. Просто двух носорогов добавили, блядь. Ну, я их так называю, этих двух здоровых, блядь, броневых глубоков добавили еще, блядь. Ну, молодцы, реально, красавчики, блядь. И открытую локацию, блядь, заебись вы. Не, вы Не, в натуре молодцы. В натуре красавчики, в натуре красавчики. Умеете делать, реально, в натуре. На нахуй. На нахуй, бля, долбоебу. А, все, блядь. Айзек! Айзек, они лезут на корабль! Да, я знаю. Да мне похуй, блядь. Ты что у меня здесь творится, блядь, мать? Ты что у меня здесь творится вообще? Ты, блядь, знаешь, что у меня здесь творится, нет? Ты кто, блядь? На, ёпта. Давай, блядь, давай. Ну давай, давай, иди сюда, ёпта. На нахуй, блядь. На нахуй, блядь. Вот эта вот пушка реально классная, блядь. Вот я говорю, добавили открытую локацию здоровую просто. И добавили вот таких тварей, блядь. Ну молодцы, реально, красавчики. Реально умеете делать, красавчики, реально. Лайк вам, реально лайк. Молодцы, реально. Ну круто сделали, реально круто. Пиздец, блядь. В натуре классно, в натуре круто сделали. Не, умеете делать, реально в натуре. На, блядь. На, блядь. Ебать, что? Он аж сюда отлетел, прикинь. Он аж сюда отлетел, ты видел? Просто бах, и сюда отлетел. Ну, бывает что. А зачем бежать, реально? Вот, а, собственно, зачем бежать вообще, в принципе? От этого понять бы, зачем вообще, в принципе, сюда бежать, да? Ну, типа, ну... Для чего? О, а вот это мне сейчас тема нужна будет. Алло. Алло. Ну где этот носорог? А его нету, что ли, реально? Типа это баг был, блять, или что? Ну где ты, тварь, блядь, давай. Реально нету, прикинь, носорога, только один был. А, типа, игра сказала, ну ладно, похуй, чё, ладно, чел. Ну, реально, ладно, пожалеем тебя, блядь, хули, блядь. Спасибо, игра, блядь, что ты меня жалеешь. Так, давай прибежимся быстренько, блядь. Хотя зачем, блядь? Ладно, похуй, не будем пробегаться, не хочу. А сейчас топ, сейчас он туда сначала вернусь, а то, блядь, там будет носорог. Зачем он мне нужен, реально? Типа, зачем с ним, понимаешь? Если игра сама дает, типа, шанс тебе просто, ну, знаешь, просто взять вот так вот. Ну, если игра сама дает шанс тебе просто, знаешь, ну, пробежать в момент, типа, ну, по факту, типа, вот со вторым носорогом не ебашиться. Нихуяно. То зачем с ним сражаться? Непонятно, блядь. Так, я сразу выберу. Так, давай-ка я лучше сразу вот сюда вот так поставлю. Вот так один сюда. Ой, тихо, 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 не так, блядь, не-не-не, я пошутил, не так. Вот так вот. Один сюда поставим, один вот сюда поставим, давай. Вот так вот. О. Ну и все, блядь. Чтобы у меня не было вопросов на уровне, блин. Давай, блядь. Сейчас, смотрите, твари будут еще появляться, уверен. Ничего, никто не побежит сюда? Не, ну зачем мне тратить на эту хуйню? Я просто так тратить даже не хочу патроны, знаешь ли, блядь? Как бы, зачем? Да можно тратить. А, вот здесь. Девочки, это совсем не безопасно, но я иду к Правда? Центрифуге. Будь осторожен. Я сообщу, как запущу ее. Правда, небезопасно, блядь, ты так думаешь? Я думал, блядь, слушай, вообще пиздец как безопасно. Я думал, это слушай, вообще. Я думал, что это вообще, слушай, очень безопасно идти туда. Ну, типа, самое безопасное, что можно сделать, знаешь ли, блядь. Ну реально. Небезопасно, ну.
чем-то ты прав, слушай, уже начал догадываться, что это небезопасно. В принципе, вот так хуйней страдать, блядь. Просто съебался. Собаки, блядь, что? Какие-то собаки, блядь. Давай, 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 воскрытие. Внимание! Процедура очистки и деконтаминации машинного отделения не завершена. Блядь, ну, пожалуйста, ну, у меня вот флешбеки после первой части. Вот здесь такая же примерно была комната, только там были эти, блядь, кровати стояли, блядь, помнишь? Ну там вот точно такая... А, ну все, здесь охраняшка есть, нихуя не будет. А, мне туда... Бля, я помню это место, здесь вот эти твари появлялись, помнишь, блядь? Мы все заходили, здесь вот эти твари, блядь, которые превращают челиков, ну типа трупы челиков в этих монстров, блядь, эти летающие, блядь, слизни, блядь. Вот они здесь были. Помнишь, блядь? А, помнишь? Я помню, нахуй, с первой части, блядь. Если смотрел первую часть тоже есть в самом описании на полис. Посмотри полное напряжение первой части, это вообще забей там, блядь. Там очень интересно, тебе серьезно говорю, поэтому обязательно посмотри, если не смотрел, да? Потому что так как я ее проходил, ту первую часть, никто не проходил. Я тебе серьезно говорю, базарю у тебя, реально. Вот. Так, давай-ка мы с тобой... О, большая аптечка, хорошо. Па-па-па-па-па. Так, что у нас с тобой здесь есть? Вот это есть, продать, конечно. Да, 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 естественно. 100% продаем. Аптеки мы с тобой сохраняем. Так, что у нас по аптекам? 4 маленькие, 1 большая. Давай большую закупим. Сколько у нас? 29 тысяч. Даже чего нам не хватает? Так, на снайпу есть патроны, это похуй, все. Так, нам, ну я понял, ну что, патроны нам нужны. Вот эти нужны. Вот эти нужны 100%. На обычно. И давай на большую еще потратим. На большую одну потратим. И рюкзак полон, блять, серьезно. Давай патрон закупим, чё? 2200, да, вот так сделаем. Бать, у нас патронов сейчас будет, смотри, блядь. О, патронов много не бывает, знаешь ли, блядь. Так, у нас с тобой две больших аптечки есть. И 4 маленьких, все, заебись. Три маленьких, ребят. Нет, что у нас с вами? Ну ладно, ничего, нормально, нормально, нормально. Да, сейчас сохранюсь. Я посмотрю, она может просто так, что ли, использоваться? Да, посмотрим, блядь. А, не, не, мои, нет. Я нажимаю Q, она не использует просто так. Все, хорошо, значит. Хорошо, ладно. Ну что, погнали, блядь. Так, что у нас тут? Подожди, давай все перезарядим, блядь. Это у нас перезаряжено, перезаряжено, это перезаряжено, это перезаряжено. Ебать, 43 патрона. Вот это хорошо, блядь. Вот это вот, с этого надо было начинать, знаете, блядь. Погнали, блядь. Доктор Эдди Лэтчфорд. Отчет, анализ органического материала. Исследование образцов слизистого материала, доставленного с борта Ишимуры, привело нас к нескольким шокирующим находкам. Во-первых, это человеческая ДНК. Во-вторых, материал оживает, попадая в радиус действия сигнала обелиска. Сопоставив эти факты, можно сделать единственный вывод. Вся команда Ишимуры была инфицирована и реконструирована. А после того, как был уничтожен доставленный с эгиды 7 обелиск, она разложилась до слизистого супа. Правда? Правда, да? Нихуя себе. Блять, что это за... А, это, блять, бочки. Бля... Что это за хуйня, блять? А, это мы ходим, все. Не, ну здесь сейчас точно будет. Не, ну здесь сейчас точно будет. Ну сейчас вот здесь реально, то, вот сейчас здесь, ну, ну точно будет. Не, ну реально сейчас будет. Блядь, эти звуки, как он ходит, ту-ту-ту-ту, блядь. Не, ну сейчас здесь вот реально будет. Я тебе серьезно говорю, сейчас смотри, здесь прям вот реально будет. А, значит там сейчас будет. Ну погнали, круг обойдем. О, верстак. О, реально? 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 Верстак?
Бля, можем стадистов прокачать, в принципе, блять. На время еще, да? То есть, ну нет, мы стадистов прокачали, вот нам нужно сейчас X прокачать, 100%. Урон. Вот так сделаем, да? Я потратил сейчас один узел, но я думаю, мы его найдем быстренько. Да, вот сейчас будет сейчас забавно, да? Сейчас мы пойдем дальше, сейчас пойдем дальше, там будет комната как раз при помощи, ну, которую можно открыть только при помощи этого, блядь, ну, вот этого модуля, блядь, ебаного, блядь. Вот это будет, конечно, да. Ор и крингер. Ну давай, блядь, сейчас здесь будет арена опять ебаная, блядь. Давай, блядь, что ты, ну что ты, давай. Ну давай, бля, давай, давай. Да, да. Ну я так, в принципе, и думал, бля, давай, бля, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, как в первой части, блядь. Ну, там еще выскочит тварь. Ну. Давай, 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 давай. Не понял, блядь. Ну где тварь-то ебаная? Ну может ты выскочишь уже отсюда? Сейчас отсюда, смотри, выскочит. Давай, 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 давай. Нет? Значит, на обратном пути, блядь. А, да? Смотри, никого. Да, да, да. На обратном. Ну я так, в принципе, и думал. Ой, блядь, ты кто? О, блядь, ты кто? Ой, иди нахуй, блядь. Блядь, ты кто, блядь? Ты, блядь, где нахуй? Где ты, ёпты? Бля, это что сейчас было вообще, блядь? Это хуйня меня напугала очень сильно. Хуяна. Так, погнали. Вот куда нам нужно? Нам нужно туда. Ну, погнали, значит, туда, в противоположную сторону. Тоже здесь у нас лут есть с тобой. Бля, я испугался чуть, конечно. Да, 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 идешь ты нахуй, мальчик. Ну куда ты бежишь, скажи мне. На, блядь. Патронов нет, реально? Реально? Так, подожди, я здесь ничего не пропустил в полоту. Да. Я. А где, блядь? Не слуг был. Не, ну. А, деньги, блядь. Опа. А ты мне ничего не дашь, да, тварь? Ну понятно, блядь. Все ясно с тобой. Блядь, еще как на злу темно, блядь, как всегда. Ну. Кто ты, блядь? Ой, блядь, ты кто нахуй? Кто это? Чё это за тварь вообще? Блядь, меня не пугает уже второй раз. Ой, блядь. Ты кто нахуй? Блядь, иди ты в пизду, ты кто, блядь? Ебать. А кто? Чё это за тварь вообще? Подожди. А это случай не та, которая вот так, которая становится, которая вот, которая была в самом начале, блядь. Которая вот с этой стороны как раз таки. Это не та самая. Хуя, прошел. А, вот, точно тут же. Вот, вот, я же тебе говорю, узел есть.
Вот, блядь, а ты сомневался. Блядь, ну вы заебете, сколько у вас здесь? Вы серьезно, блядь? То есть я сходил за то... А, охуенно. Я сходил только, блядь, за узлом, блядь, да? Тут получается, а вы тут идете, да? То есть получается, ну, как бы несправедливо, в курсе, блядь, как бы, но... Ну кто, кто? Все, успокоилось, блядь. Это, слушай, не те пеликаны, которые бегают, нахуй. Блядь, вы серьезно, блядь, игра, ты серьезно, нахуй? Давай, мразь, иди сюда. На, пососала бибу, блядь. Бля, пиздец, игра просто, блядь. А я говорил, что такое будет? Я говорил. Просто, блядь, идешь обратно вот сюда, блядь, все, пиздец монстров, из-за тебя появляется кого-то хуя. Блядь, ну это пиздец, смотри, что творится. А, да, блядь. Да ты охуел, блядь. Игра, ты чё, смеёшься надо мной сейчас или что, блядь? Это что такое? Почему, блядь, за меня появляются противники? Это, ну, это, ну... Уже, блядь, вообще-то не смешно, блядь. За то, что я вообще спокойно прошел везде, хочешь сказать, блядь? Пиздец, видишь, что творится вообще? Я тебе говорил, что такое будет, а я говорю. Тебе говорил, что такое будет? Такое... Бля, что тут щупальца ебаные выскочит, эти базарю. Блядь, никого, блядь. Ну, конечно, никого, блядь. Конечно, блядь. Ебать вас, ребят. Иди ты в пизду, блядь. Ты, ребята, что ты нахуй, блядь. На, блядь. Не похуй, блядь. Ебать, я снайпу взял, смотри, как разъебал жестко, да? Бля, потратил, я потратил все... Не, все, заебись. Снайпу взял, просто разъебал. Что, у меня патрон нет, прикинь, больше все. Ты 43 патрона так быстро потратились? Охуенно. Очень-очень экономичная игра, блядь. Блядь, что за хуйня, блядь? Ну реально. Это уже не смешно. Почему за меня появляются, блядь, эти ебаные, блядь, противники? Я не шарю просто за это. Мне это уже заебало, реально. Ну, в натуре реально, блядь. Но все равно тебе говорю. Открой это уже. Бля, я помню, здесь был босс. Помните, ребят, здесь был босс. Да, я рирую. Просто 43, прикинь, просто 43 патрона, блядь, ушло просто в пизду. Реально. Зона невесомости. А куда нам, блядь? Бля, может, здесь лут будет какой-то. Ну, здесь нет никакого лута, блядь. А здесь, наверное, никакого лута и не будет. Ну ладно, похуй, погнали еще, блядь. Куда нам, блядь? А. Ну включить, ёпта. Включить, блядь, включи. Понятно. Где еще одна, блядь?
Кто это, блядь? Вот, ну. Ну еще одна нужна, блядь. Где еще одна, блядь? Вот где еще одна, ё-ма? А где еще одна реально? Не понял. Все, нету, пропало, что ли, блядь? Получается все, блядь. Подожди, либо я нахуй. О! Либо я что-то не понимаю, либо игра тупит что-то, блядь. Опа. Подожди, я ничего не понимаю, блядь, реально. Подожди, ну вот я вижу, что что-то сигналит тут. Есть сажа два очередь. Система охлаждения открыта, и ее части летают повсюду. Серьезно? Система не будет работать, если трубы не подсоединены. Да, вижу участки труб на соединенных панелях. Попробую подсоединить их в нужные места. Поторопись. С каждой минутой правительственный сектор отходит все дальше. Знаю, я стараюсь как могу. Свяжусь с тобой, когда закончу. Не понимаю, блядь, прикол нахуй. Вот это прикол. Подожди, вот сюда должна быть еще одна штука вот такая. Но где она, блядь? Здесь нигде ее нету, блядь. Нигде нету, блядь, да. Начал. Внимательно смотри, пожалуйста. Нигде нету, блядь. Да, нигде нету. Мигает специально вот. Ну ясно, блядь. Все, пизду, блядь. Тут сейчас какие-то твари еще появятся, я уверен, что здесь, блядь. Ну вот это есть замедление специально, блядь. Включить. Жесткая хуйня. Да, мы с тобой сохранимся. И в следующий раз останемся на следующий раз, да, все дальше пойдем. Поэтому спасибо за просмотр, только Серик была, принц, все увидимся в следующих сериях. Давайте. Ставь лайк, подписывайся на канал. Теряли не сложно, не приятно. Спасибо за ранее, кто это делает. Это очень крутая поддержка. Мне, я вижу от вас фидбэк, и мне это реально приятно, мы теперь делать что дальше. Спасибо. Увидимся в следующих сериях. Давайте.